Даже при минимальной ставке с Alimbet ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок – больше бонусов. Бонус-клуб Alimbet. Alimbet. Максимум от игры. I feel good. I'm happy to be in the group because I was thinking I cannot be ready to play this game for the first game for the league. I'm excited to be here. I want to go inside and show my quality and help the team to win this game, hopefully. Сейчас посмотрим, насколько будут пустые трибуны. Может быть, какое-то количество, конечно, и не будет ходить людей, но это фанайди, это не показатель. Ну, как бы я не вижу никаких проблем оформить его и ходить спокойно, смотреть футбол. Ну, там еще в Оранже болельщики ждали этого долго, и им фанайди не препятствует. Я вот услышал новость, что появился в Воронеже союз ветеранов. Это хорошее дело, поскольку я знаю, в таких случаях, как «Спартак», «ЦСКА», он давно существует. Пора обратить на людей, которые большую часть своей спортивной карьеры проиграли за «Факел», добивались каких-то определенных успехов, что эти люди не были забыты. Поэтому, кто не помнит историю, того нет. Oh!
никогда тебя не подведем. Факел, с тобой всегда мы вместе. Факел, победа ждем. Не хватило, я думаю, немножко где-то удачи, и такие было несколько у нас неплохих моментов, где просто нужно было реализовать, поэтому и в борьбе, и в инициативе, в принципе, наверное, у нас было небольшое преимущество, только лишь не хватило удачи в реализации. Со «Спартаком» всем играется нелегко, и настраиваться на них не нужно, но, в принципе, у нас каждая игра будет как финал, поэтому нам, по сути, сейчас без разницы «Спартак» или какая-то другая команда, будем выходить и стараться навязать им борьбу.